Зимние икебаны, веселые снеговики, забавные тигры. Дед Мороз со Снегурочкой с интересом рассматривают новогодние поделки воспитанников Старогородковской специальной школы-интерната имени Фурагиной. Перед праздничным представлением для сказочных гостей решили провести экскурсию, чтобы познакомить с достижениями детей. Конечно, Дед Мороз – это сказка. Это сказка, которую они пронесут на протяжении всего дальнейшего года. А еще если учесть, что у нас есть категория детей, которые из неблагополучных семей, и вот эти новогодние подарки, поздравления. Утренник может быть в школе единственным местом, где они могут отметить этот праздник. Вот, поэтому для них это очень ценно и очень важно. Дети под руководством педагогов подготовили концертную программу, танцевали кадриль и водили хороводы. Но гвоздем программы стал Дед Мороз, который сыграл ребятам на аккордеоне и вручил подарки. Радовалась. Подарки. Украшения. Юле 12. Она учится на 4,5. Мечтает о радостных моментах в новом году и считает Деда Мороза своим другом. Да ты что? 12? Я раньше маленькая была, я верила Деда Мороза и все. А сейчас? А уже верю. В роли зимнего волшебника начальник ремонтно-строительного участка Одинцовского филиала Мособлэнерго Александр Балахонцев. Он уже в течение 5 лет облачается в шубу и шапку и отправляется в школу-интернат в старом городке. Вручать детям подарки от неизвестного мецената, с которым Александр общается только по электронной почте. Это очень трогательно, и то, что этот человек хочет остаться неизвестным, это вот без лишней администрированности, не по разнарядке. Видимо, человек это очень хороший. Он делает это как бы от души. Вот. И вот если он сейчас нас слышит, я надеюсь, что это так. Я вот неизвестный друг. Для меня огромная честь участвовать вот в таких мероприятиях. Сегодня в школе-интернате обучаются 167 детей с ограниченными возможностями здоровья. Все они получили подарки от электросетевого Деда Мороза. Наталья Гончарова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».